Садитесь. Я в юном Вася. Я второй раз в Крыму. Под... Секунду, сними шляпу, да? А то лицо не видно. Во. Я второй раз в Крыму. И посещаю третий раз в школу Александра Васильевича Спивака. Я доволен кружком биологии. Я учусь в 5 классе школы 1352 1-6. Живу в Москве, рожден в Буховице. Посещаю бассейн, английский и математический кружок. А можно еще? Меня зовут Туриница Игорь. Мне 12 лет. Я второй раз приехал в школу Александра Васильевича Спивака. Мне нравится курс Андрея Николаевича Кувашенко «Живое, не живое». Я занимаюсь в музыкальной школе в кружке планетария, астрономическом кружке планетария. И еще я хожу на кружке Александра Васильевича Спивака в Москве. Так вот, я перешел в лицей на Донской, или его номер, лицей номер 1553. Все. Ангелин, давай. Я сам не пил, Давайте, Ангелин, давай. Я еще не придумал, что скажу. Ай-яй-яй, давай, вперед. Я сейчас не подумал. Я не знаю, что мне сказать. Я больно. Ты забыл, как все тебя зовут? Я секреты не помню. Отлично. Какой класс, что-то тихо все. Боря, молчи. Меня зовут Гоша. Я учусь в школе номер 1543. Закончил 5 класс. В этой школе второй раз. Чем привет? Ну и все отлично. Больше ничего и не надо. Я, короче, Кова Мая. Закончила 4-й класс московской школы. Давай сначала. Так. Я, короче, Кова Мая. Так, одну секунду. Мая, говори так, чтобы другие люди поняли. Я, короче, Кова Мая. Закончила 4-й класс школы номер 1527. Я хожу в музыкальную школу и на кружке Александра Васильевича Спивака. Я в этой школе второй раз. Ассасин. Ой, присядь тут. Ага, вот. Так, секунду. Так, тишина в студии. А я Шевкова Елизавета, я занимаюсь спортом, хожу на кружке Александра Васильевича Спивака на Киномо, хожу в МГУ на современную ботанику и занимаюсь музыкой. В этой школе я уже второй раз. Какой класс? Вот это надо обязательно говорить, какой класс закончил. Так, стоп. Что такое? А вы не слушаете курс «Живое, не живое». Я же говорю. Здесь, нет. Тут задача представить курсистов, да. Как раз этого курса. Моторин Иван, я закончил 7-й класс. Учусь я в лицее номер 15. Хожу в математические кружки в МГУ, занимаюсь лыжами. Шевкова Ангелина. Я учусь в московской школе номер 57. Я в летней школе Александра Васильевича Спивака. Я не могу. Дуба 2. Меня зовут Ангелина Шевкова. Я учусь в московской школе номер 57 в 8 классе. И помнишь, в летнюю школу Панечки, я приехала второй раз. В прошлом году я слушала курс Андрея Николаевича Кувашенко «Драконоведение», а в этом году «Живое, не живое». В Москве я посещаю кружки школы нофиолога при МГУ, закончила музыкальную школу и хожу на английский. Вы смотрите, закадровый ваш смех, он же будет совершенно непонятен тем, кто смотрит и... Я Шибкова Елизавета, я учусь, перешла в школу лицея при Баунге 1581, 7-й... Я не могу позже слышать. Не, ну вот что он за тебя? Дубль 2, 3. Только не в кадре, а чуть в сторону отойди. Микрофон по голове. Так, ребят, давайте запишем. Коль, не ржи, пожалуйста. Сейчас все пишется. Я ж не оставлю каждый раз записи. Дубль 3.
Давай, давай. Так, попробуй. Так, давай. Меня зовут Шипкова Елизавета, я учусь в школе 1581. Я закончила 6 класс. Я занимаюсь спортом, музыкой и хожу к Александру Васильевичу на ЦНМО. И